Ребятки, приехали к Танюше, смотрите, два слоя. Танюша прошлась уже по полоскам, как нежненько, красивенько у нас получилось. Конечно, со светом это будет лучше. Привезла им столик детям рисовать. Короче, выходим. Выходим, там мы уже не пройдем, потому что завесили все пленкой, чтобы сюда пыль не шла. Чтобы не шла пыль. Потому что там будут работать. Смотрите, когда выходишь... Разобрали. Посветлело сразу же. Красота, это все уберется. Короче, красота. Народика тут, я так понимаю, не будет. Стоянка, может, какая-то сделается. Ну, короче, красота красотовая. Видите, разобрали дом. Там разобрали стенку. Сейчас посмотрим с вами, что там сделали за эти пару дней. Ой, тепленько заходишь. Хорошо. Тепленько. Мешутки стенки. О, как красиво. Смотрите, в мешке стенку тоже уже зашили. Эту кривущую. Как красиво. Тут уже под самый верх эту стенку не делать, потому что там будет минвата залаживаться. Утеплитель, короче, чтобы и шумоизоляция была. Как красота. Повыше все. Красиво. И вторая комната. Тоже. Верхушки еще доделать, и будет Наде работа. Ой, какая красота, ребятушки. Ой, видите, сразу и коридорчик такой вот вырисовывается. А раньше, помните, как было, когда заходишь? Заходили, и сразу была вот комната. И сюда была проход, такая дверь была. Тут комната огромная вот такая. Разделили. Красиво разделили. Очень хорошо. Коридорчик таки больше получился, да? Очень так даже хорошо. Ну и вот тут тоже сделали арку. Помните, да? Вырезали дверь повыше. Тут был большой огромный коридор. Танюша с Ладиком сделали, как и мы говорили. Вот была дверь. Кто помнит, была дверь. И снесли вот эту стенку. Ну, видишь, какая огромная кухня будет? Так что спокойно. Кто там говорил, что арка – это прошлый век? Ничего страшного. Какая арка – прошлый век? Мне, например, нравится с прошлой веком. Да. Да. Вот тут вот станет такая вот полукруглая, чтобы можно было завесить шторку. Танюша, встань на том месте, где будет, типа, шторка. Чтобы вот Танюша на кухне, вот она тут, ее рабочая зона. Вот, может, какая кухонька станет. И чтобы вот там, где Танюша стоит, на том месте... От Дашиной двери можно было повесить такие шторки, полосочки, такие висельки какие-нибудь отделить. Угловой стол там станет, да? Ну, угловой диван. Ага, и столик покушать. Все правильно. А там гости, гули, поспать. Зал типа гостевая получится. Вот там за пленочкой. Ну и все. Ты рада, что мы тебя уговорили на такую большую кухню? Кто там говорил? О, вышел и пошел спокойный на скользок. А там диванчик, как ты говоришь, правильно. Красота. Ну, у нас, Танюша, сейчас уборка. Будем пылить, убирать. Может, повыносим вот эти кровати, поразбираем, да? У Дашки там тоже ж надо нам, у Дашки, работать. Короче, зашивать все это. Поэтому будем робить работу. Ты бы свою куртку, конечно, накрыла чем... Да, давай. Короче, мы за работу, ребятушки. Смотрите, какая красота. Угу. Будет красота. Большая-большая кухня. Так что мы учли ваши пожелания, чтобы мы Танюше сделали кухоньку побольше. Танюша очень рада, что мы ей сделали кухоньку побольше. Еду. Смотрите, как мы тут с Танькой напылили. В Дашкиной комнате вынесли все. Там такие закуточек будет. Ну, короче... Грязи. Тут пузо сбили. Нормально направляешь, чем можно прибить было. И тут вот тоже отвалилась штукатурка. Мы все сбили начисто. Все, короче, окошко закрыть. Окошко закрыть. Все. Владик будет ехать убирать. Так вот. Окошечко. Едем домой мыться.
Едем домой мыться. Ну так. Как-то так, да? Скажи всем привет. Привет. А что мы тут делаем с тобой вдвоем? Вдвоем пенопластик. Катались, и, видите, катались на двух машинках. Пассажиры даже обсадили. Вот. Красивые. И я на машинке, и Владик на машинке. Что одного, что второго. Да, видите, сколько много всего привезли. Большой пенопластик. Ой, кто-то будет машинки мыть, две штуки. Ай-яй-яй. Погоним, наверное, там. На Комсомольскую погоним сейчас. Пока будем пить кофе, нам будем мыть нам машину от пенопласта. О, видите, как... О, о, сколько. Будет уже красота, красота. Потихонечку, ребята. Денег у Владика станет. Куры не клюют. Вернее, куры клюют, да? Ну, куры клюют. Поэтому грошов много нема. Вот так вот потихонечку, постепенно все закупливается. Все покупливается. Будешь примерять? Заходи на сюда, не заходи, но придется трохи резать, наверное, да, чуть-чуть. Что? Пенопласт. Чему? Как он, не жжешь? Не, это заходит даже пенку. А, даже пенить надо будет. Будет пенить. Ага, вот так будет утепляться стеночка. Шумоизоляция, плюс утепление. Вот так вот, все, ребятки, видите, потихонечку. Две машинки загрузили и привезли. Тут их стоянка будет, видите, разобрали забор. Потихонечку благоустраивают. Там чуть-чуть. При возможности, на что хватает денег, на что хватает сил, возможностей, то ребятки и делают. А мы немножко помогаем, чуть-чуть совсем. Доха, привет! Я тут со съемкой к тебе. Видишь, какая я? Вижу, что ты тут работаешь, палишь. Пришла вам мусор свой спалить из машины. А как я туда засуну? Вот, кидаю еще потихоньку. У дырочку угона? Нет, сверху. А, там страшно. Потому что по-другому. Да. По-другому так. Спасибо. Привет. Ага. Ну спасибо. Да, надо уборочку, правильно. Потихонечку сгорить, да? Ну кидай, кидай, потому что не обиди сюда. Да, вот все бензопилоте, там все еще. Ага. Красота, видите, сколько вон. Если ее сало вязать, упаковки не знаю. А, ну лиственные, да. Да, тут что, лиственные. Все лиственные блю, видите, сколько нарабили в Архалу. А то светленький дом стал, светленькая дорога. Красота. Одну о, видите, красиво зарабили, убрали. Заборчик вычистили. А тут видишь, как вы меняете? Сейчас покажу. Ну я сроху заезжала ж на скутере, сам ну, каталась. Ну, гляньте, как светленько. Светленько подчищали. И там за хаткой тоже. Да, давай, там видите? Я так покажу. Через забор. Во, как вычистили хорошо. Да, и там. Молодцы. Хорошо зарабили. Тепленько было пару дней, правда? Ну. Работали на улице. Ну, а тут вы что зарабили? Ага. Как бы тоже вот только это осталось. Ну, и скинки тут. Ага, тут осталось верх. И это вот проем это, да? Коридор. Угу. Ой, как. Ой, подрезетники умазали. О, короче, все. У меня комната одна уже да, точно готова. Я сказал, штукатуру еще робить, а потом мы будем ставить дорезетки. Да, уже потом мы ставим то, что ему надо. Да? Шпаклевать. Ну, надо железные уголки на окна. Ага. Серпянка нужна, которую я тебе говорила. Короче, а сколько тут уголков надо? Сюда точно уголок, пока ничего не надо, пока нема дверей. Двери вообще пока чипать не будем, просто мазануть для обои на наклеиться и все. Пока уже будет дверь стоять, тогда уже можно идти гипсачом, чем тут оно сробится. Ну, если от костик будет. Ну, как так, сама дверь, тогда уже будет видать. А пока эта краска вам надо, да, тоже тут коридорчик одно уже, видишь, зашили. Что, коридорчик уже готов, да? Ну, осталось его. Осталось его сюда, это ну, прикрутить. Что, это... А не мали стол, да? Не, на это хватит. На коридор.
Ну, видишь, две комнаты, коридор, будьте готовы. Ну, и тут еще вай-вай. Там еще вай-вай-вай. Не то, что тут осталось, что зроблено. Что, конечно. Осталось, ну, что тут уже зроблено? Ну, вот приколотить только гипсач осталось, да? Ну, коридор, все, мазать. Ну, и надо нарезать. Останется Бог, это вот Дашина комната, кухня. И все. Ничего не будем, будем клеить как-то что-то. И кухня. Ну, там уже будет кухня думаться. Красота. Уже надо диван ставить. Где я лежать буду, проезжать. Я не знаю, хозяйка ничего не думала про диван. Ну. Не надо пока. Коли. Диван будет стоять уже. Красивая комната. Как свет проведем, так сказать. А, ну да. На этой неделе да. Должны все зарабить. Приехала с проверкой. Как ваше гнездышко вьется? Обустраиваемся. Правильно. А? Вьется. Утром снимала, сколько суков было. Ну, видите, как выразу. Старается птушечка, гнездышко. Спалил, блядь, у всей ветки. Сколько гнездов было? А ты все поспаливал. Да, вон одно гнездышко. Гнездышко. Молодцы. Так что ты проходила тогда еще дверь, скажи? Пограбила трошки. Да, я еще не тут была уже. Покормила? Это что, гнездовье? А ты чуть ноги тягал. Покормила, хоть принесла поесть? Принесла. Молодец, принесла поесть. Полстудни воды выпью, более ничего. Да. Еще что у меня там курица маринованная сырая еще будет. Где? В машине. Сырая? Ну, сырая. Ты тебя ж ездила. На костер, на костер сказал, приезжай коптить. Сказал, про ночь повесим, чтобы коптить. Ага. А Бог это что не спалил, тоже надо было вырезать. Некая вон. Там что-то было. А, они что, висит на древе, решили не резать. Чего не ноша? Ого, это вот, кривое ваш. Так она, сливка, хай будет кривая. Ага. Сливка, ничего, сливки казал дед. Тут и вишню покину одну. Ага. Хай будет что-то подчесать. Виноград, чтоб не убирали. Этот не. Это очень вкусный виноград. Откуда ты знаешь? Я уже пробовала. Когда ты успела? Осенью, как дом глядели. И я сказала, у нас очень-очень вкусный виноград растет, если что. И ты тогда еще сказал, во, еще даже неизвестно, купим ли, и ты уже говоришь, у нас виноград. Да, я помню. Я не помню, винограда не ел. Я ела. Та не ела виноград? Одна я ела виноград. Я только видела, что... А я вообще тут держу. Красота. Светленько так стало, да? Красиво. Молодцы. Всем привет. Приехала Надюша к Танюше с Ладиком домой на новый дом поработать. Ай-ай-ай, буду ругаться. Я же говорила, мне нужен доступ к стенам. Что это такое, ребята? Ну вот, сделала тут стеночку махонькую, эту закуточек. Тут у меня все сделано. И эта стенка почти сделана. Чуть-чуть не хватило шпаклевочки, но вот чуть-чуть. Каплюшечку совсем. Тут уже было начало. Нарезала уголки и поняла, что я устала. Устала уже 10 час, в принципе, уже, да. Думаю, может, достаточно потихонечку. Но было бы быстрее, может, если бы козлы были полегче. Если бы расклейка шла, помощь. Но я люблю это делать все сама. Не люблю, когда крутится у меня под руками. Вот, поэтому ничего страшного. Как сказал Санек, не торопись, потихонечку, все, потихонечку. Жопу рвать не надо, зачем, да? Тем более, ребят, тоже еще надо краску покупать на потолок. Может быть, еще пол будет краситься. Вот, все потихонечку, постепенно закупливается материал, потихонечку делается. Есть еще два мешка шапоклевки, один чуть-чуть начатый, совсем чуть-чуть откатато взятый. Думаю, завтра Доминику привезу в школу,
на мероприятие. И думаю, я тут, если за 2 часа не справлюсь, ну, навряд ли справлюсь, потому что пока верх расклею, замешаю, запрыгну, пока потом отодвину вниз. Тут немножко погуляла тут с разворотом. Неудобно мешает этот гипсокартон, но ничего страшного, опять-таки. Потихонечку. Потихонечку, помаленечку, что-то я уже подустала. Морды на мне не видно. Кстати, вот мой новый маникюрчик. Маленькие ногтики совсем. Вчера в эфире в ТикТоке делала. Все, ребятки, поеду домой. Чуть-чуть попозже уже увидите результат. Хотя тут и понятно. Просто будут беленькие стенки уже красивые. Все, ребятки, я домой, а вам пока-пока. Вот так. Снова всем привет. Видите, мокрый угол. Доделала я уже всю комнату. Здравствуйте, хозяин. Угу. Хозяин тут работает. Опять разбросали все. Ну-ну-ну. Все, видите, вырисовалась комната. А было... Вай-вай-вай. Кто помнит, как было, пишите комментарий. Как было здесь некрасиво. Теперь вырисовалась целая комната. Будет коридор. И мне уже почти фронт работы уже есть. Вот, дмазывала шпаклевку. Мишкина комната. Ладик, он верха доделаю. И все, красота. Сказать, что я сделала? Да. Мишкина комната уже зашпаклевана. Все. А все, красота. Вот так. Все, вход сделали. Видите, как сделали красиво. Здесь раньше входа не было. Комната заканчивалась там, где-то стенка. Была дверь вот тут. Да? Где-то дверь была тут. А, из этих вот дверей попадали в ту комнату. А с той комнаты вот тут была дверь. О, видно, где была дверь. Я помню. Я помню, как было, да. Было страшно, некрасиво. А теперь до страха как красиво. И коридорчик вырисовывается. Да? Закончился. Закончился. Вот, да, вот была перегородка, были двери. Вот отсюда вот попадали в эту комнату, где я сейчас стою. Двери, да, и у этого была дверь. Это была комната, во, общая. Да, а это вот дверь попадали вот сюда, в эту комнату. Во, этого ж ничего не было. Ну, да. Вот. Видишь как? Я помню, как было некрасиво. Проходные комнаты. Сейчас все изолированное. Одна комната изолированная, вторая комната изолирована. И Дашкина тоже была проходная. Во, была тут вот дверь. Топ-топ на кухню. Через комнату. А, коридор был. Был коридор. Коридор. Да, был коридор. Где-то вот был коридор. Ну, видно по полу. Теперь коридора нет. Будет большая кухня побольше. Дверей было море зато. Ну. Двери. Угу. Одно окно, много дверей называется, да? Все, сделали красоту. Едем кушать. В смысле ты уже порезал? О, глянь, какой столик у вас есть. Ничего себе. Какая, как парта хорошенькая такая. Это постоянно полчаса. А? Видите, парадки. Вы парадки наводите, да? Шашлычки. А где мясо? На этой... Мясо где? Я знаю где. На Мира. На Мира? Ой, ну у вас в баню пошла я ссать. Ближе с... Иди, Тися. Я думал, ты пританцовываешь. А ты думал, я просто так танцую остается, да? Я просто танцовываю. Ага. Я просто копчилку выбрасываю.